Слушайте, почему вы так? Ну, как конюшки, конечно, не подходит. Роман, а, там кто-то уже подходит. Ас. Скажите ко мне, сеньор, зачем вам одна? Это все заколка, понимаете? Мирович Данченко был прав. От внешнего к внутреннему. Сейчас. Скажите ко мне, сеньора, зачем вам одной оставаться? Было бы время. Алиса, Алиса какая-то. Было бы место. Мне эти слова больше всего нравятся, сейчас говоря. Мы с вами нашли, чем заняться. Было бы место, было бы время. Мы с вами нашли. Oh.